Праздник интеграции и сотрудничества. Беларусь и Россия отметили День единения народов двух стран. Мы не только сохранили добрые, добрососедские, дружеские, братские отношения, но и мы их развиваем. Главное – безопасность. В Минске прошел 6-й международный форум «Атом-экспо», на котором лидеры мировой атомной энергетики представили свои новые разработки. Проект строительства атомной станции позволит Беларуси стать уже серьезным донором именно на европейском интеграционном пространстве. Репетиции на расстоянии. Музыканты молодежного оркестра союзного государства собираются вместе только перед гастролями. Дети горят, дети хотят, дети не знают, что такое сочкануть, если можно так сказать, в оркестре. Ретро-машины для души и для кино. Профессиональный автореконструктор Василий Терешко создавал технику для таких картин, как «Снайпер» в августе 44-го «Брестская крепость». Одна песня такая есть, это больше, чем жизнь, это кино. Ну вот сейчас, конечно, кино это больше, чем жизнь. Можно ли влюбиться в человека за 5 минут общения? Можно, утверждают создатели проекта «Быстрые знакомства». У тебя есть всего 5-7 минут, и ты понимаешь, что если ты не успеешь там задать каких-то вопросов, узнать что-то о человеке, ты не сможешь выстроить какую-то картинку, то есть, ну, с кем ты общаешься, интересно ли тебе будет с этим человеком.